1500 студентов получат 1 000 000 рублей на развитие своих научных разработок. Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Он проводится для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации. Отбор участников программы проводится по 7 тематическим направлениям. Победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа. Прием заявок на конкурс завершится 3 апреля.